Мы сейчас возвращаемся на улицы Красноярска. Наша коллега Аня Троегубова сейчас находится на семейном празднике. На ей слово, давайте. Анна, приветствуем. Всем еще раз доброе утро. Здесь, на острове Татышев, действительно, мы находимся. И где пройдет семейный марафон буквально в ближайшие часы, участвовать нужно с семьей. Это очень важно. И мы тоже тут за кадром пообщались, что, в принципе, если я уговорю своих родителей, то я у них буду ребенком, а они будут тоже за взрослых участвовать. Но скажите все-таки подробнее, кто действительно может принимать участие и каким же образом пройдет этот марафон, что нужно будет делать? На самом деле все просто, да. Надо прийти с семьей, минимум один взрослый, один ребенок. А у нас есть три трассы, 1500 метров, 3000 и 5000 метров. У нас есть инструкции, да, и мы выдаем, соответственно, люди бегут и делают фотографии непосредственно на контрольных пунктах. После прохождения каждой трассы мы выдадим диплом, и в конце этого всего будут у нас такие классные медали. То есть это все-таки нужно делать на скорость, нужно будет бежать быстро. Если есть желание на скорость, не вопрос. Но ключевой момент – это прогуляться, да, посмотреть, какая классная погода, и вместе с семьей получить эмоцию новую. Как-то дополнительно нужно зарегистрироваться или, в принципе, вот если сейчас кто-то нас видит и захотел хорошо провести время на острове, то можно просто прийти и вот вас где-то найти. Где найти, главное, еще вот? Да. Нас зарегистрировалось порядка 50 человек, да. Если есть желание, можете приходить. Времени осталось час до марафона. Находимся мы на острове Татышев, площадка, библиотека и воркаут. Поэтому успевайте, приходите. Времени осталось час. Это как раз, мне кажется, время на сбор, если вдруг вы в Солнечном живете, вы как раз успеваете в центре тоже. В общем, все дороги сегодня ведут сюда, на остров Татышев, чтобы поучаствовать в семейном марафоне. Это, мне кажется, очень важно именно, что можно провести время с семьей. Будет так нечасто у нас это получается. О погоде я вам сегодня уже рассказывала, да и мои коллеги тоже, что она благоволит нам сегодня для различных прогулок, поэтому обязательно сюда, на остров Татышев, спешите. Еще всего час у вас есть, трассу себе выберите, пофотографируйте. Вот такую медаль получите, будет у вас хорошее впечатление и хорошая память о таком мероприятии. Спасибо вам огромное, что вы это проводите. Удачи вам большое пожелаем. Ну и ребятам тоже, наверное, их приглашать буду сюда участвовать.